Кирилл, ну, во-первых, поздравляю с переходом в Салават Юлаев. Какие ощущения, эмоции по этому поводу? Спасибо. Ощущения, в принципе, положительные. Перешел в топ-клуб. Такой остается теперь только доказывать, ну, своей игрой, попасть в состав и выигрывать как можно больше матчей и выйти в плов, там дальше проходить все дальше и дальше. Когда с тобой вели переговоры, тебе говорили о том, как тебя видят, кем тебя видят? Ну, мне говорили, что как бы, ну, надеются, и не зря там покупали там такую сумму, но остается мне, в принципе, мне на слова должно быть как бы не то, что все равно, но мне надо, я думаю, своей игрой доказывать, все равно же словами ничего не докажешь, и только игрой доказывать, работай. Уехал из Новокузнецка, из родного города, как тебе на чужбине теперь? Ну, конечно, тяжело, никак, это первый переход мой такой, и, как бы, эмоционально, как бы, все равно далеко от семьи, от своей. Я думаю, привыкну, все бывает в первый раз. А в сборную молодежной играл вместе с Воробьевым в одном звене. Вот здесь планируешь то, что вместе окажетесь или нет? Я не знаю, с кем поставят. Без разницы, в принципе, здесь все мастера и игроки все хорошие. Под 17-м номером собираешься выступать, тоже такой номер знаковый. Большая ответственность. Ну да, в принципе, но я играл не в сборную молодежи чемпионата мира, а седьмой как бы занят. И всегда по седьмой, 17-й свободен, всегда 17-й беру.